«Наша армия самая сильная» – так и назывался масштабный красочный праздник в детском саду номер 82 «Золотые зернышки». Дети всегда искренне в своих эмоциях и излучают неподдельную радость. Солнышко, он чистое, любит скакать. Солнышко на облачко перелетать. Раз, два, три, четыре. В большой детский праздник вошли поэтические номера, театральные инсценировки, викторины, игры на внимание и ловкость, военные песни, веселая зарядка и эстафета. Почувствовать себя солдатом мог каждый, примерив каску. И пусть она была пластмассовая, ребята выполняли забег со всей серьезностью. Поиграли немножечко, но вот танцы, видите, удались нам. Мы подготовились, мы знали, что мы хотим себя показать, что мы горды за свою родину и всячески старались это сделать. Ну вот и получилось. В гости на праздник детишкам пришли ветераны вооруженных сил. Трех родов войск – сухопутных и космических, и военно-морского флота. Все они, как и заведующие детским садом, члены Общественной палаты Одинцовского района. Главной идеей было подчеркнуть преемственность поколений от мала до велика. Только вы не забывайте, мы, поколение сейчас, детства не знали. У нас их украла война. И поэтому мы радуемся за вас. И рады, и горды, что вам дали возможность танцевать. И гордимся с вами, потому что вам очень хорошо отзываетесь о вооруженных силах, и о армии, и флот, и разведчик, и во всех и других видах. Сегодняшнее мероприятие особенное, потому что у нас такие высокие гости. Вы сами видели, как их принимали наши дети, как их принимали родители, как они много полезного рассказали о том, что они в своей жизни прожили и что они увидели. Поэтому действительно мероприятие прошло на высоком уровне. Особенно приятным моментом утренника стало вручение ребятами своим папам и детишкам поздравительных открыток. Их на познавательных уроках они мастерили вместе с педагогами. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».